И здравствуйте, YouTube, с вами Зигза Хэтч, и добро пожаловать в очень странную серию. Называется серия Ratched. Изначально идея этого, как сказать, мира принадлежит команде FTB, за что им большое спасибо. Большое спасибо господину Slowpoke101. Если кто не знает, кто это такое, обязательно советую посмотреть Twitter и вообще узнать, кто такие FTB. В чем суть? Суть в том, что 4 человека располагаются на 4 аренах. У каждого из этих людей будет присутствовать сундук. В сундуке будут лежать определенные вещи. Задача игроков за 30 минут собрать из этих вещей действующий механизм, который бы, во-первых, был работоспособным, во-вторых, занимал как можно меньше места, а в-третьих, был бы достаточно симпатичным с точки зрения эстетики. Сейчас мы, собственно, на сервере с уже моими существующими игроками проведем такой тестовый запуск. У меня будет включен TeamSpeak в процессе записи, поэтому я прошу прощения изначально, если будет странный звук откуда-то идти. Это, скорее всего, TeamSpeak. Вот. Но в процессе дальнейшего развития этого проекта, собственно, я хочу придумать что. Все игроки, которые хотят попасть на сервер, будут между собой соревноваться в Ranged. В чем будет суть, я вам уже рассказал. И победитель, или, допустим, если два человека наберут одинаковое количество очков, они смогут получить доступ к основному серверу Svelz, если кому-то это интересно. И сейчас я включаю TeamSpeak, и, собственно, начнем. Sound resumed. Итак, TeamSpeak включен. Люди, поприветствуйте YouTube. Привет, YouTube. Привет, YouTube. Сейчас на сервере есть некоторое количество людей. Несколько из них будут судьями, в том числе будет механик Миша и Айдюна Олег. Они будут судить. А соревноваться у нас сегодня будут, учитывая, что это тестовый запуск, Кара Демиоджа и кто там у нас еще второй, забыл. Нео. А, да, и Нео Смарт. Итак, чего, игроки готовы? Да. Да, готов. Отлично, тогда я делаю 5-секундный отсчет, и как только на таймере загорится цифра 30, я жду, чтобы вы открыли сундуки. А где таймер? Таймер, вот если вы... Да, я увидел. Ага, вот, отлично. Так, все, можем микрофоны, в принципе, отключать? Ну, в общем, да, как хотите. Ну что, готовы? Включаю таймер. 5. Нет, не готовы. Ага, не включай таймер. Да, я готов. Я тут провалился. Кто провалился? Я. Ну вот, на это и тестовый запуск. Кстати, мне очень интересно, что получится на записи, потому что я еще ни разу не писал две дороги в один канал. Да, будет прикольно, наверное. Кстати, Зик, я тоже смог все-таки включить запись. Отлично, у нас будет два ролика. Две записи. Так, я вижу то, что Нео уже посмотрел в сундук. Видимо, разочаровался. Ай-яй-яй, Нео, нельзя так делать. Ну, давайте. Кара, готов? Готов, готов. Таймер включился. У вас есть 30 минут. Что делать, все знают. А, господа судьи, советую вам сделать ваниш. Что советую сделать? Ваниш, чтобы вас не было видно. Кто не знает, команда Slash V. Я и пользовался. А у меня сейчас что? Айдюна 2, который Олег, все в порядке, сказать, тебя больше не видно. Игроки, итак, по идее, нас не должны видеть, а мы их можем. Зик, ай. Объясни, что это за вренчит и что это вообще происходит. Я вроде как уже рассказал, просто не держал кнопочку в TeamSpeak, которая пуш-то-ток. Окей. Ну, там, для задачи. Задача построить механизм, который бы функционировал, который бы занимал как можно меньше места. И который был бы привлекательным. И все это время будут оценивать судьи, то есть Дюна и я, Дуна. То есть надо, ну, сам как бы, да, механизм построить. User entered your channel. Скорее всего, я после записи немножко порежу весь ролик, потому что я думаю, что просто так летать и наблюдать, что делают люди, не очень интересно. Хотя, может быть, кому-то будет интересно. Посмотрим. А что, уже кого-то приняли? И к нам в TeamSpeak присоединился Богдан.
Но, к сожалению, немножко не успел. Могу, собственно, Богдан, тебе дать права ОПА, будешь тоже судьей. Потому что сейчас у нас соревнуются Кара и Нео. Окей, дай мне, пожалуйста. А, залезай на сервер. Я на сервере. Так, подождите, я тоже здесь есть. А Джо у нас что? Уже давно. Сразу игроки подтянулись. Нет, я здесь с самого начала. А, Джо, а ты что делаешь? У нас еще есть Морис Монс, который Джо Скоггин, который, видимо, не в TeamSpeak, я ничего не слышу. Он здесь. Я здесь давно. Так что, дашь мне права, ОПА? А, ну да, пока я в ванише, я не могу писать. Нифига себе бомбануло. Права, ОПА, дай мне, пожалуйста. Весьма, весьма странная будет запись. Я в ТС. А, Джо, ты в ТС? Да. У игроков осталось 28 минут. Я пока не понимаю, кто что делает. Дали права Богдану. Зик, ты понимаешь, что они делают сейчас? Зик, ванишь. Ты меня напугал. Так, собственно, Кара поставил свой первый двигатель. О, у меня заработал наконец-то таг. Так, собственно, Кара, пожалуй, первый из игроков, который начал что-то действительно делать, а не просто бегать и таскать ресурсы. Я просто не понимаю, как эта машина работает, поэтому я сейчас буду смотреть, как она работает. Вот здесь. Если честно, я первый раз встречаюсь с этой машиной. А, неужели у нас нету Тина? Есть. Нет, Тин есть. Это единственное, что вот. Я бы забыл бы. Нет, у нас есть Тин. Правда, неправильно сказал, но ладно. Да, на сервере установлен GregTag. Там есть еще другая штука, чтобы сделать пластины. На самом деле, для новых игроков у меня была идея отключить GregTag, но дело в том, что если я это сделаю, то мне придется изменять конфигурацию клиента. И будет все немножко сложнее. Кстати, я один не понимаю, для чего. А, кстати, люди, никто ничего не говорит в TeamSpeak, или я никого не слышу? Никто ничего не говорит. Ничего никто не говорит. Sound muted. Sound resumed. Ага, понятно. Зиг. А для чего этот вот первый механизм второго кара? Я поставил. Хотя вот Богдана, допустим, я не слышу. Не слышишь? У меня вообще звуков нет. Ха-ха. Интересно. Посмотрим, что будет на записи. Надеюсь, что все-таки звуки там останутся. Богдан, а зачем они? Кто? Поймали машину. Ну вы же кто-то просили. В том-то дело, что им нужно самим взять эти пластины. Так, Кара поставил двигатель, Кара поставил... Что это? Это циклы сам-ассемблер. Только что он делает. Это точно блок из Thermal Expansion. Ага, да, собственно, это он и есть. Это Cyclic Assembler. А Кара что, первым начинает использовать предметы, которые были в сундуке.
А сейчас YouTube, я без TeamSpeak объясню, что же делают эти блоки. Объясни. Как вообще двигатель называется? Понял. Итак, первый блок – Cyclic Assembler. Блок из Thermal Expansion позволяет производить предметы по типу автокрафтингового стола из Билдкрафта. То есть вы ему создаете какой-то рецепт, он, собственно, все получаемые в себя вещи пытается засунуть в этот рецепт, и на выходе получается какой-то предмет. Ну, что такое ликвидакт, я думаю, вы все знаете. Это предмет, который позволяет приносить жидкость из одного источника в другой. И Item Collector. Это блок из Mine Factory Reloaded, который позволяет собирать блоки, которые вокруг него разбросаны. Вот такие вот сегодня интересные предметы для тестов. Учитывая, что все-таки мои игроки достаточно хорошо разбираются в модах, я очень надеюсь, думаю, что они справятся с заданием. Естественно, в любом случае, я никого с сервера выгонять не буду. Мне просто нужны добровольцы для того, чтобы протестировать, как работает карта Ranged. Насколько я сейчас вижу, в принципе, карта работает нормально. Джо, который Морис Моц, тоже что-то делает. Я, правда, до сих пор не знаю, играет он или не играет. А, Джо, ты играешь вообще или это так? Играю. Просто ищу. Ух ты. Джо не отвечает. Либо я, опять же, не слышу TeamSpeak. Ты не слышишь. Джо, ты не слышишь TeamSpeak. Попробую я перезайти в клиент. 22 минуты осталось, 8 минут прошло, и увидимся. Итак, YouTube я снова записываю, но TeamSpeak у меня почему-то нет. Он не работает. Это печально. Так что всем тем, кто меня слышит в TeamSpeak, давайте общаться в чате. Непонятно, что за проблема. Может быть, с TeamSpeak, может быть, с Minecraft, может быть, с программой для записи, не знаю. Так, Кара сделал что-то странное. Зачем-то подвел жидкость. Пойду напочистить свой инвентарь. Так, Нео тоже делает какой-то механизм. Пока ничего определенного. Осталось 18 минут, товарищи. На всякий случай предупреждаю. Нео Смарт в панике уже. А, вышел. Для Cyclic Assembler нужна жидкость исключительно с той точки зрения, если у вас в рецепте используется жидкость. Если она там не используется, вода для него не нужна. Ну, по крайней мере, вот за дизайн Кара уже можно ставить 3 очка. Если, конечно, здесь чего-то еще не появится. И обсидиановый блок. А я потерял Нео. Ага, вот он. Механик, Гапс. О, да. Механик. Надо будет, пожалуй, поднастроить ваниш так, чтобы можно было писать в чате, находясь в ванише. Вот в том-то и дело, что я себе один раз поставил то, чтобы меня не было видно никаких моих действий, пока я в ваниши, из-за этого вот теперь такие проблемы. Отлично, Нео, какая-то панда троллит в скайпе. А тем не менее, осталось 16 минут. Будет троллить Дима. Нео себе поставил верстак, кстати. Очень вовремя, очень нужный предмет. А есть у меня такое ощущение, что в Starter Kit надо добавить все-таки камушек, как же он называется-то, господи, из Equivalent Exchange 3.
Называется он Minium Storm, Minium Storm. Точно. Так, Моррис немножко не понял, что ему можно было сделать, что ему нельзя было делать, но да ладно. Будем считать, что мы этого не видели. На то он и тестовый запуск. О, господи. Ну, все ключи можно сделать. Как-то не сделать. Ну, я вон сделал из Белкрафта. Сделайте себе тоже. Вот рецепт. Вот рецепт Омни Ренча. Два алмаза, кусок золота и... Ага, шерсть. Шерсть можно сделать из нитки. Так, нужная краска есть, а самой шерсти, похоже, нету. У меня немножко подвиг. Ну, такая краска делается путем... Ага, все, уже есть шерсть. Что характерно, я вообще не уверен, будут ли у меня записаны звуки, потому что у меня сейчас компьютер не издает звуков вообще никаких. У меня в майне тоже нету звука. Очень хорошо, что я записываю не один. А тем временем осталось 14 минут. Джо делает коробочку. Без одного блока. Так, Нео сделал монстра. Да, мне тоже интересно, что это. Ну, ладно. Думаю, что за 13 минут оставшиеся, я думаю, что все-таки Нео что-нибудь с этим сделает. А у Кару все прямо-таки красиво. А у кого висит клиент? Ага, у Нео висит клиент. А, ладно, я ставлю таймер у себя на телефоне. А, Джо до сих пор не поставил ни одного блока. А, я уже для Нео Смарта включил отдельный таймер. Мы ему потом дадим немножко времени. Его уже нету минуты 20. Не 20 минут, а минуту 20. Джо забыл тин. А YouTube, я, пожалуй, все-таки 11 минут осталось. Попробую прервать запись и перезагрузить компьютер. Может быть, в этот момент все у меня все-таки заработает. Потому что, когда мы будем оценивать, собственно, то, что сделали наши уважаемые игроки, мне будет весьма сложно это сделать без голосовой поддержки из TeamSpeak. И я вернусь. 3 минуты осталось до окончания. Это я как-то вовремя. Так, Нео тоже сделал что-то странное. Более того, YouTube, у Нео осталось 4 минуты за то время, пока он вылетал. То есть сейчас таймер дотикает. Кара и Джо спустятся в общую зону. А Нео будет еще строить и облагораживать.
Не знаю, что такое странное Нео здесь собирается сделать. Кстати, я, похоже, опять не слышу звуков. А, нет, звуки есть. Две минуты осталось. Как все? Две минуты. Джо поставил Аквиус Аккумулятор и, собственно, двигатель. Так, Кара закончил. Ну, есть еще две минуты, поэтому, не знаю, можно еще что-нибудь сделать. Да, можно в течение двух минут прыгать. А учитывая, что у Нео после этого будет еще 4 минуты, прыгать тебе придется долго. Ха-ха. Нео себя запер. Отличный вариант. Это не просто ловушка, это ловушка для Нео. Ему будет дано еще 4 минуты, Адюна. Магматик питается от лавы, да. Итак, осталось 26-25 секунд. Судя по тому, как себя ведет таймер, сервер немножко подлагивает. Ага, скорее всего, это из-за того, что кто-то... такую замечательную построил лавовую систему. 8, 7, 6, 3, 2, 1, 0. Итак, раздался звук сирены. Уважаемые игроки, кроме Нео, прошу вас пройти в общую зону. Я все время что-то искал, ничего не сделал. А что, прикольно? А, господа судьи, прошу вас выйти из ваниша. Я узнал, как работает та машина. Так. Ну, давайте, пожалуй, начнем по часовой стрелке слева направо. Пойдемте в зеленую зону. Это то, что делал Джо Скоггин. Или Морис Моц. Я не понимаю, если честно, что это. Джо, объясни, что ты я хотел тоже сделать. Хотел, но не сделал. А что хотел сделать? Я хотел это сделать. Забыл. Ну что-то хотел. Ну понятно, что-то нам непонятное по виду, хотя и симпатичное. Но начинаем с начисления очков. Итак, у Морис Моц. Гол мне. Не использован ни один блок из того, что было выдано. Ноль. Ноль. Не надо. Далее. В плане эстетики. Я бы сказал, что мне, в принципе, нравится то, что здесь построено, хотя я не понимаю, зачем это. Непонятно. Предлагаю дать двушечку. Ну, за красоту можно и двушечку. Ага. Похоже на лазер. Пожалуй. Да, кстати, напоминает. Ну и компактность. Здесь все как бы тоже компактно, но суть в том, что ни одного блока-то нужного не использовано. Думаю, двушечку можно. А нам гемот пока не сможем? Окей. Пусть будет 4 очка для Морис Моц. Дик. Ай. А пока... Да, не заметь, что здесь есть ликвидатор. Можно нам хотя бы креатив или гравити сплэш, чтобы мы могли полетать? А зачем? Пешком. Окей. 4 очка. Дальше. Каро. 9. У Кара Кары, да, собственно, все замечательно. Оно компактное, оно красивое. И, Кара, расскажи, как это работает. Ну, в общем, суть такая. Вы, например, вам нужно скрафтить печку, но вам очень лень. Вы подходите сюда, вот здесь. Нужно положить вот этот вот золотой сундук Cobblestone. Если у тебя есть золотой сундук, то мне не лень делать. В общем, ну, не факт, что эта система твоя. В общем, и кладешь сюда Cobblestone,
этот кобалстоун в системе прогоняется, из него делаются печки, и эти печки на ваших глазах вылетают в железный сундук. Ну, можете проэкспериментировать, если у кого есть с собой кобалстоун, можете кинуть в сундук и посмотреть. Немножко подождать, ахалай-махалай, и у вас печка. Конечно, у меня есть с собой кобалстоун. Обязательно, чтобы его 8 было. Ага, там уже сильно больше. Это я положил. И я. Нужно немножко подождать, конечно. Ага, вижу, печки крафтятся, все работает. Как ты использовал ликвидакты? Ликвидактом у меня подключен там эндертанк с водой. Если честно, я на момент моего производства этой машины, я не знал, как работает тот механизм. Я думал, что к нему нужна вода для работы. Поэтому я вот там подсоединил. Ну вот, теперь ты узнал что-то новое. Конечно, я узнал. Я полагаю, то, что все-таки 3, 3 и 3. 9. 9. Спасибо. Теперь можно мне играть на вашем сервере? И пойдем к Нео. Я, если честно, боюсь себе представить, что здесь Нео себе вообще думал, когда это строил. И я не понимаю вообще здесь ничего. Нео, рассказывай. Хватило времени, он построил ловушку. Ну, вообще я хотел построить бойлер, потом, чтобы по кругу пар, ну, магматики должны были вырабатывать. Ага. Энергию, которая должна была перерабатывать бензин, который должен был сжигаться в бойлере, вырабатываться пар, на котором должны были быть паровые двигатели, которые и по кругу. В конце будет пара больше. А, это понятно, потом, а зачем есть магматики? Не те двигатели поставил в конце. Ага, понятно. Я научился вылазить из этой ловушки. Ну, собственно, Нео, как ты понимаешь, то, что за поставленные в мир блоки даются одно очко, которое не работает, да? Ну, да, понял. И более того, у тебя нет ликвидакта. Да, нет ликвидакта, согласен. То надо есть ноль. Ликвидакторами. За компактность и за красоту. За компактность, пожалуй, я бы дал 3. За красоту я, пожалуй, бы тоже дал 3, потому что все-таки эта фигня, хотя никакого отношения к предложенным блокам не имеет, она работает все-таки. Ну, как минимум, ловушка для криперов и скелетов для добычи пластинок. Пожалуй. То есть 3 плюс 3 — 6. Итого. У нас получается, что один из наших новейших игроков под именем NeoSmart 511 получает 6 баллов. А мой старейший замечательный человек в трусах, голый мужик, получает 9 баллов. Который, более того, здесь что-то уже построил. Хотя, может, не он, не знаю. Это не я. Это я. Ага, понятно. Собственно, кто-то решил поставить здесь циферки с баллами. Да. Ну, и Джо получает 4, потому что, Джо, я тебя, конечно, сильно уважаю, но извини, то, что ты построил, оно не для рейнджд. Я знаю. Надо тренироваться. Отлично. Ну что, YouTube, первый прогон был успешен, пожалуй, в плане ranged. Если вы хотите попасть на сервер Cvels, думаю, что мы с вами это дело можем организовать. И да, я, собственно, вижу. Вижу чат. Прощай, мир. Да, сейчас он будет восстановлен из бэкапа. И что, увидимся в следующей серии, я думаю, да? Ага. Попрощайтесь с Ютубом. Пока, Ютуб. Пока. Пока, Ютуб. Счастливо!